як під новий рік. Летять сніжинки на поріг, немов вертаються назад додому із чужих доріг. І з побажаннями до нас приходить добрий Дід Мороз, бажає щастя і добра, всього, що й досі не збулось. Я бажання загадаю, хай ніхто його не знає, тільки я і тільки ви. Хай на світі зла не буде, стануть всі добріші люди на землі, усій землі. Я бажання загадаю, хай ніхто його не знає, тільки я і тільки ви. Світі зла не буде, стануть всі добріші люди на землі, усій землі. Під новий рік лунає скрізь веселий сміх, іначе у казковім сні кружляє новорічний сніг. І з побажаннями до нас приходить добрий Дід Мороз, бажає щастя і добра, всього, що й досі не збулось. Я бажання загадаю, хай ніхто його не знає, тільки я і тільки ви. Хай на світі зла не буде, стануть всі добріші люди на землі, усі землі. Девочки и мальчики,
Погрозим и елки пальчиком. Мы похлопаем руками. Мы похлопаем ногами. Что ж такое? Как же так? Не выходит, ну никак. Огоньки зажечь на елке мы старались все без толку. Что мы сделали не так? Подскажите, надо как? Полинка нам подскажет, как надо сделать. Thank you.
давайте скажем зайти до свидания. Приходил, рукавичку подарил, их на лапочки одел, тоже елочку согрел. Мишка, Мишка. Медвежонок в гости приходил. Ребята, а где медвежонок? Нету? Позовем, давайте, приготовили ручки.
Дед Мороз, дед я прав.
праздник ты принес. Красиво песню спели. Умнички, Дедушка Мороз, еще немножко посиди, а ребята тебе расскажут стихи. Конечно. Дед, спасибо, Дедушка. Дед? Снежок, умничка, Кирилл, садись. Похлопали Кириллу. Настя, Лиза, расскажи стихотворение. Настя, умничка. Александра Исаева, расскажи стихотворение. Шумка. Шумка. Да, Дедушка Мороз, да не Сашка, Умничка. Кира Шелкунова, расскажи стихотворение. Дед Мороз приедет, нам подарки принесет. Яблоки, конфеты, Дед Мороз, ну деды. Вот он я, уже пришел. Да, Кира, Умничка, Ярослава, расскажи стихотворение про Цко. Здравствуй, праздник новогодний, праздник легкий и зимы всех друзей сойдет. Сегодня я позовет на елку. Умничка. Владимир, расскажи про ранее стихотворение. Давай, поворачивайся ребенком, Дедушке Морозу. Елку. Елку посидели, весы отошлось, то подарки нам принесли. Это Дед Мороз. Молодец. Умничка, Владимир, садись. Вова, расскажи стихотворение таракана. Поворачивайся к деткам и Дедушке Морозу. Уже было второе. Праздник. Громко. Громко. Если игрушки, я стихотворю. Умничка, садись, молодец. Вова, застеснялся, садись. Так, Стефания, если что, расскажи стихотворение. Дед Мороз сидит на праздник. Умничка, Степания, садись. Иванечка, Люди расскажет стихотворение, Люди расскажет. Ну ладно, она потом расскажет стихотворение. Дедушка Мороз, мы тебе стихи рассказали, а где же подарки? А подарки я приготовил. Но сначала я открою свой мешок и достану снежок. Снежки скорее берите и в танце закружите. Yeah.
Дедушка Мороз, мы тебе уже потанцевали, стихи рассказали, а где же подарки? А подарки мы сейчас снежки будем превращать в новогодние подарки. Вы готовы, ребята? Снежки под елку соберу и их в подарки превращу. Подарки. Ребята, у нас все получилось. Давай проверим. Ты думаешь, все-таки не подарки, а смешки? А вы как думаете, ребята? Подарки. Подарки, конечно. Исчезнешь, да?